Башни-близнецы на перекрестке Ленина и Строителей – не самые старые дома в городе. Но с момента постройки крыши зданий ни разу не ремонтировали. Покрытие обветшало настолько, что локальным ремонтом уже не обойтись. А на капитальный уже из КХ денег не оказалось. 2 года жители верхних этажей как могли спасались от наводнений. Там у нас и корыты, прочий ЖЭК ставил. Вместо того, чтобы крышу делать, они корыты там наставили. В квартире, рассказывает Виктор Занкин, потолки сухие только зимой. А по весне он сам расчищает крышу от снега, чтобы капало меньше с потолка. О ремонте в квартире до последнего речи не шло. Ремонт мы делали 2 года назад, а сейчас все, каждый год ремонт накладно, во-первых. Во-вторых, извините, пока крышу добро люди не дали, как делать? У нас вот в крайней той квартире, у них натяжные потолки, у них они обвисли вот так, у них протекло там. Крышу обещали отремонтировать прошлым летом, а в декабре спасти положение предложили компании «Мой дом». Ждали, на самом деле, пока подрядчик ЖСКХ зайдет на этот дом. Но, к сожалению, никого мы не дождались. И впереди сейчас весна 2013 года, то есть я опасаюсь, что просто жители взбунтуются. Именно поэтому решили за счет собственных средств провести капитальный ремонт данной кровли. По словам Игоря Шунина, зимний ремонт кровли на качество не повлияет. Рабочие использовали особый материал. Его можно расстилать при отрицательных температурах. Правда, стоит покрытие дороже. Зато срок службы до 25 лет. Сейчас работы на крыше 56-го дома близятся к завершению. Проводятся работы по настилу из оцинкованной стали, пропетных крышек. Ну, периметр крыши у нас около пределов 100 метров. Собираемся в течение 2-3 максимум дней закончить все эти работы. В этом подъезде недавно был сделан косметический ремонт. Но в местах протечек новая краска потрескалась, а побелка осыпается со стен. Если весной станет ясно, что новая крыша не протекает, то и верхние этажи дома тоже отремонтируют. На очереди соседний 54-й дом. К ремонту обещают приступить в ближайшее время. Работы должны быть закончены в течение 1,5 месяцев, чтобы в квартирах на верхних этажах не началась весенняя капель. Егор Гурин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».